Если я родился в сентябре, и меня спрашивают: «О, ты дева», вопрос: должен ли я соглашаться и отождествлять себя с этими названиями? Ведь это когда календарное летоисчисление общепринятое. Что нужно ответить? Видишь, это духовный вопрос. И даже, и я бы назвал бы этот вопрос, как бы сказать, не Божий. Это не Божие что-то. Только в Боге мы можем иметь и строить свое будущее. Или определяться о своем будущем только на основании Священного Писания. А если отождествлять себя по какому-то то ли сонику, то ли каким-то вот оккультным вещам, определять, там я овен, я баран, там я крыса или еще какое-то название, это все неправильно. И даже грех. И потому спасибо тебе, что ты спрашиваешь этот вопрос. Действительно, оберегайся этого. Не отвечай людям на такие вопросы. Ты просто знай, ты найди взаимоотношения с Богом, чтобы быть уверенным в том, что ты идешь с Богом. Судьба твоя зависит только не от Него, не от какого-то овена или кого-то чего-то. Благослови тебя, Господь.